Всем привет, с вами Статус. В этом выпуске я нашел товары с AliExpress, которые оценят настоящие любители кино и мультфильмов. Если вы такой же киноман, как и я, тогда смотрите это видео до конца, ведь в конце я разыграю крутейший приз. Погнали! Скажите, знакомы ли вы с машиной TARDIS из известного сериала «Доктор Кто»? Представляю вам отличное лекарство от депрессии и холода от самого доктора. Мягкий уютный плед в стиле TARDIS. С ним вы можете смотреть сладкие сны, укрывшись на диване или предложить гостям. Под этим пледом легко поместится 2, а то и 3 человека. Отличная забава для любителей «Доктора Кто». Вы можете сами на секунду стать известным изобретателем, построить свою машину времени. Достаточно лишь повесить плед на шкаф или входную дверь. И вот уже портал в параллельный мир готов. А как вам такой оригинальный светильник, выполнен по мотивам культового японского мультфильма «Унесенные призраками»? Необыкновенно четко детализованы. Посмотрите, если включить свет и зажечь светильник в темноте, привидения смотрятся как живые, создавая атмосферу теплого уюта и спокойствия. Такой светильник отлично подойдет для детской комнаты. Мягкий рассеянный свет светодиодных ламп убережет глаза, а кнопки включения как будто специально придуманы для маленьких детских пальчиков. Размер светильника 17 см. В высоту. И кстати, ребята, у меня для вас хорошая новость. Как вы знаете, я заказываю товары для себя и для призов через Smarty Sale, и у меня там собралась уже приличная сумма. Скоро она будет доступна ко снятию, и я ее потрачу, конечно же, на один большой крутейший приз для розыгрыша в одном из своих юбилейных выпусков. У меня там находится уже примерно 100 с лишним долларов, и напишите мне в комментариях, какой приз мне разыграть на эту сумму. Устроим такое небольшое голосование в комментариях. И если вы тоже часто закупаетесь в интернете, тогда советую Smarty Sale. Они сотрудничают почти со всеми интернет-магазинами. Ссылку на этот отличный кэшбэк я вставлю в описании к видео. Ну погнали дальше. Для поклонников и фанатов «Властелина колец» я нашел легендарное кольцо всевластия самого Саурона, изготовленное из вольфрама с древнейшими заклятиями на языке Мордора, которые нанесены лазерной гравировкой и никогда не сотрутся. Долговечное, как сама жизнь. Кольцо имеет универсальный размер и выполнено в 3 оригинальных цветах – под золото, серебро и черное. Надевая кольцо всевластия, вы становитесь властелином мира. Будьте осмотрительны и развивайте силу духа, чтобы кольцо однажды не поработило вашу волю и разум. Лучше всего носить его на цепочке, которую можно отдельно прикупить на Али. Тогда чары кольца станут слабее. Если вдруг случится, что вы потеряете кольцо, не расстраивайтесь, это означает, что оно просто решило сменить хозяина. Если вы обладаете тонким чувством юмора и цените комфорт, тогда точно вам понравятся вот эти плюшевые тапочки в виде головы самого Гомера Симпсона. Такие уютные и теплые тапочки согреют вас долгими зимними вечерами за просмотром любимого мультфильма про Симпсонов. А как приятно предложить гостям такую обувь. Всеобщее веселье точно гарантировано. Материал изделия 100% хлопок. Тапочки имеют универсальный размер, прорезиненную подошву для лучшей безопасности. А если в вашем окружении есть настоящие фанаты Симпсонов, лучшего подарка вам не найти. Какой поклонник фильма «Начало» с Леонардо Ди Каприо пройдет мимо такой увлекательной штуки, как знаменитый волчок тотем Доминика Коба? Настоящий сувенир для киномана в стиле «Начало». Продается в красивой жестяной коробочке. В комплект входит металлический волчок и кубик. Материал волчка – цинковый сплав серебра. Позвольте вашей фантазии проявить себя в полную силу. Подойдет для игр во взрослой компании и для подростков. Играть в этот волчок понравится всем. На крышке коробочки загадочная надпись: «Ваш разум – это место преступления». Следующий товар, который вам точно понравится – плюшевый медведь Лоцио из мультфильма «История игрушек». Вам наверняка известна печальная история Лоцио, когда он был любимой игрушкой девочки Дейзи, но однажды был забыт в лесу, а когда он добрался домой, то на его месте был уже другой плюшевый медведь. Лоцио озлобился и потерял веру в людей. Но ты можешь помочь этому плюшевому милому зверю снова стать добрым, прикрепи его на свой смартфон, и Лоцио будет бесконечно счастлив. Ведь это настоящий чехол для смартфона. Его так приятно подержать в руках, и стоит этот мишка совсем недорого, подойдет для iPhone и Samsung смартфонов. Ценители легендарных «Звездных войн» и поклонники мохнатого Чубаки точно оценят по достоинству вот такой махровый халат, который я нашел на Али. Отличное качество, мягкий и практичный халат для дома или бани. Модные дизайнерские фишки, аппликация так похожа на настоящий патронаж Чубаки. Удобные карманы, пояс и капюшон. Вы точно станете фанатом такого халата. Крупный ворс напомнит вам о мохнатости любимого героя «Звездных войн». Халат отлично стирается, не линяет и не садится. При заказе вы можете также
также указать нужный вам размер. Товар универсальный и подходит как для мужчин, так и для женщин. Наслаждайтесь просмотром любимого кино, завернувшись в такой уютный халат. Никого не оставит равнодушным такая милая свинка Пухля из мультфильма Gravity Falls. Игрушка сделана из плюша нежно-розового цвета с добавлением черного. Свинка очень мягкая и ее приятно обнимать. Когда-то одной девочке очень повезло на ярмарке чудес, и она смогла выиграть домашнего поросенка по имени Пухля. Вы тоже можете стать немножко волшебником и заказать на Али эту няшную свинку. Ваш ребенок точно будет в восторге. Пухля очень похож на свое имя, увлекается сладким, и от этого у него довольно пухлая мордашка, и он частенько падает вниз именно на это место. Игрушка еще и очень похожа на оригинал, имеет такое же пятнышко под глазом и два пятна на левом боку. С мягкой Пухлей любимый мультфильм становится ближе. Для джедаев световой меч – символ врожденной исключительности, а для фанатов Звездных войн – это знак принадлежности и уважения к миру кино. Как вам такой необычный зонт в виде клинка чистой энергии, испускаемой из рукояти? Отличная защита, скажете? Да, но только от дождя, а не от темной стороны силы. Уникальная конструкция зонта позволит вам управляться с ним без особой подготовки. На ручке есть кнопки переключения режима. Режим может быть постоянным или с быстрым мерцанием. Работает от батареек. Световой зонт представлен в двух цветах – черном и синем. Умение владеть световым зонтом в условиях ночной рыбалки или долгого похода означает мастерскую ловкость, сосредоточенность и, как правило, гармонию с силой. Все как у настоящих джедаев. Еще один известный персонаж по мотивам Звездных войн – легендарный Дарт Вейдер, в настоящем подвижник темных сил. Сражается огненным световым мечом. Посмотрите, как круто выглядит фигурка товарища Вейдера. Видны все элементы его одежды и оружия. Размер статуэтки просто поражает воображение. Целых 27 сантиметров, продается вместе с прозрачной подставкой, целым набором дополнительных кистей рук, и еще в комплект входит два лазерных световых меча огненного цвета. Все части тела фигурки подвижны. Вы можете устроить крутое сражение прямо на рабочем столе. Отличный подарок для коллекционеров Звездных войн. И две такие фигурки я разыграю среди подписчиков, как только под этим видео наберется 30 тысяч лайков. Для участия необходимо поставить лайк, написать любой комментарий и подписаться на канал. Итоги конкурса будут в моем паблике ВКонтакте и на моей странице. Подробные условия конкурса и все ссылки на товары вы найдете в описании к этому видео. Напишите, какую подборку вы хотели бы увидеть в следующий раз. На этом все, друзья. До скорых встреч!